Ну что, ребятки, вот и опять наш велопробег продолжается. И как вы уже увидели на карте, мы прибыли в странный поселок с весьма странным названием Порто де Педрос. Да, вы не ослышались. Де Педрос. Скажу вам по секрету, но местные жители полностью соответствуют названию своего поселка. Да, никогда еще не приходилось мыться в душе, не закрываясь. Такого я еще не видел во всем Парагвае. Стоп, чьи это труселята? А, так это же мои. Слушайте, так если здесь кругом одни педики, а нахрена нам сдалась та одежда? Да поехали так! И на середине пути случилось просто что-то страшное. Мля, девки, это жопа! Да нет, это не жопа, это гораздо хуже. Это рваная резина. Я думаю, вам не стоит напоминать, что такое рваная резина. О, мама мия, посмотрите, какая дырень-то, а? Я просто ума не приложу. Что мы будем делать с этим кондомом? Да ладно, расслабься ты. Тут, как водится, у каждой уважающей себя девушки должен быть что? Запасной! Я начинаю простые движения. О, как мне это что-то напоминает. Кажется, я в чем-то проголодалась. Короче, мы порядком подзавелись и поехали дальше. Но, как всем известно, жопа состоит из двух половин, и на вторую случилось следующее. Ой, мама, девки, ой, что такое? Ой, сбивайте меня палками, я приземлиться не могу. Ой, это было что-то вообще. Она верещала, как недорезанная курица. Я бы даже сказала, что это было похоже на оргазм. Говорят, на велосипедах такое случается. Я еду, кричу: «А-а-а! Что вообще происходит?» Так что же случилось? Я чуть не пойму, что это вообще такое? Это змея! Девки, девки! Текаем, это змея! Все, все, валим, валим отсюда! Банджина, Банджина, ты куда там, змея? Девки, да у вас что, без мужиков вообще крыши поехали? Это же цепь от велика, просто цепь. Да, порвалась цепочка. Нам просто необходима была уже помощь. И тут мы увидели мужика на мотоцикле. Стой, чувак, заорали мы в один голос. А он смотрел на нас обалденевшими глазами, вообще не понимая, что происходит. Ну чё, и вот, вместо велика какой-то драндулет. Короче, хрень полная. Ладно, хоть мужика встретили. Парняга любезно докатил нас до мастерской, где местные пацаны благополучно натянули нас на цепи. Ой, то есть натянули нам цепь, и мы были в полном порядке. Ну что, может, еще разок? И вот он, милый сердцу, Ивано-Франковск. Да, это было что-то с чем-то. Город педиков, рваная резина. И итог натягивания цепи. Это было незабываемо. Да, ребятки, что таки не говори, а велики — это силос, ловкос и смелос. И мы продолжаем двигаться дальше, чего вам, собственно говоря, и желаем.